да? Да, мы сели здесь, я пришел сюда. Да. Ну, пойдем к тебе. Ты будешь сейчас, остаешься? Да, Маша пошла за едой. Предстоим. Спортсмену будет бороться за выход в плей-офф. Нужна только победа и тем, и этим. Поэтому, друзья, давайте поддерживать обе санкт-петербургские пары. Чуть позже мы их представим. Я уверен, что вы искупаете их. Поверьте, мы аплодируем вам в ответ. То, что вы большие молодцы, кто-то сидит с самого утра и проводит сегодняшний день вместе с нами. За что вам огромное спасибо. Кормить таких надо, кормить! Напомню, что спонсоры сегодняшнего этапа ПРО «Газпром» «Зенит». Действительно решает судьбу спортсменов, поэтому все внимание на первый гор. Готовим свои ладони, чтобы встретить бригаду арбитров. Давайте пока поаплодируем технической бригаде, они тоже с утра, они молодцы. Толково выполняют свою работу. Мы приступим к представлению бригады арбитров. Первый судья Татьяна Мартыш, судья всероссийской категории город Санкт-Петербург. Второй судья Александр Кольцов, судья первой категории город Санкт-Петербург. Перейдем к представлению команд. Первым на корт приглашаем команду, представляющую волейбольный клуб «Приморье» Санкт-Петербург. Под первым номером выступает Александр Рухаманов. Спортсмен под вторым номером Антон Сафонов. Встречаются волейболисты с командой, представляющей волейбольный клуб «Зенит» Санкт-Петербург. Под вторым номером выступает Иванов Василий. И первый номер команды Алексей. Друзьям, спортсменам Санкт-Петербурга красивой игры, самоотверженности, боевого настроения. Будем вас поддерживать как сможем. Спасибо вам, друзья, что остались на завершающий финальный матч группового этапа. И откроем матч подачей Алексей Архипов. Зенит. Первый в этом матче.
Счет 1-0. Приморец. Ау. Василий Иванов. Thank you.
Посмотрите, как точно Антон направляет мяч в углу площадки. Каждый волейбол встречает спортсменов на корте. Плюс 5 в пользу зенитовцев, подача Василия Иванова. Александру заработает 15-е очко для своего клуба и продолжит подава 15-18. Василий Иванов. Смена здоровья. Нет, 20-15. Сетбол. Ну что, встали, поаплодируем, друзья мои. Есть желание подвигаться. Завершается первая партия в пользу зенитовской пары. Партия. Интереснейшего питерского дерби. Нерфон Антон Сафонов. Алексей
Петрова, Петрова Алексей Архипов. Вперед на волейбольный клуб «Приволец» Санкт-Петербург. Кто задаст ритм? Раз, 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 раз. Его лучшие болельщики. Алексей Архипов, 11-8. Антон Сосонов, 9-11. Подача от Александра Рухманова. Технический тайм-аут 12-9 плюс 3 в пользу волейбольного клуба «Зенит» Санкт-Петербург. Подача от Василия Иванова 12-9. Финального матча головой на нас. Бэтбурчика России.
и в Санкт-Петербурге. Давай, 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 надо снова.
как режиссер своей концовки второй партии Артём Попова. Матча будет в третьем сете. Все самое интересное. Получается очень красивое дерби. Настоящий праздник для болельщиков устроили спортсмены, за что им аплодируем. Давайте похлопаем, друзья, наших спортсменов. Достается Антону Сафонову. 0-0. Самый лучший мяч выбрали для тебя, Антон. Аплодисменты на этот тайм-аут проводим.
Продолжается отток Сахора.
Матько Антона Сафонова. Принимаем. Yeah!
Коллесики, да, друзья, что уж тут говорить, не то, что вы, весь YouTube стал похлопать нашим героям. Да, друзья, на этом групповой этап завершен. Завтра всех приглашаем на игры. Мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Yeah, I'm done.